Глава округа Андрей Булгаков встретился с волонтерами «Молодой гвардии». 29 октября в регионе отмечается День добровольца. В связи с введением ограничений массового торжества в честь праздника не будет. Руководитель муниципалитета поблагодарил ребят за их неравнодушие, готовность прийти на помощь к тем, кто в ней нуждается. Большое спасибо за то, что вообще находите на это время. Нагрузка действительно может появиться. Придется, наверное, в ближайший месяц всем нам, ну, как и всегда, в трудные моменты поднапрячься. На встрече с волонтерами глава округа отметил, что сейчас в помощи добровольцев особо нуждаются пенсионеры и другие категории граждан, попадающие в группу риска. В непростое время люди соблюдают самоизоляцию. Им могут понадобиться лекарства и продукты. Так пенсионеры могут позвонить в исполком партии «Единая Россия» по телефону 8-496-566-1954 и 8-925-144-0359. Обратиться с просьбой об оказании помощи волонтерами.